Сохранить свое здоровье и получить за это ценный приз. На строительстве третьего энергоблока «Березовской ГРЭС» применяют особенную мотивационную систему для работников. Каждый месяц награждают тех, кто лучше всего выполнял требования техники безопасности. Вход на стройплощадку третьего энергоблока начинается с экзамена по технике безопасности. Сначала инструктаж, затем тест. Обязателен полный комплект защитной одежды. Без этого не получить даже разовый пропуск. Объекты строительства раскинулись на территории 100 гектаров, и все поделено на зоны. Зеленая зона стройплощадки свободная, а вот в красной ни в коем случае нельзя находиться без средств индивидуальной защиты. О том, в какой зоне мы сейчас находимся, нас информирует специальная маркировка на столбиках. Об опасности человека предупреждают специальные знаки. При работе на высоте нужно учитывать скорость ветра. Для этого здесь большое информационное табло. Высота – один из факторов риска и в помещении. На данной площадке безопасность – это на первом месте. Safety first. Это записано в политику компании ИОН. Можно споткнуться обо что угодно, упасть. Ну, много колющие, режущие лежат. Мы убираем это все, собираем. Юрий разнорабочий. Как и все на строительстве, он претендент на ценный подарок. За инициативу и выявление нарушений правил можно получить плазменный телевизор, ноутбук или смартфон. Ежемесячно награждают по 24 человека. Мы считаем, во-первых, что человеческая жизнь бесценна. Во-вторых, мы понимаем, что это сохраняет деньги компании. Это мы избегаем несчастных случаев. Мы избегаем времени на их расследование. О здоровье работников заботятся и вне строительной зоны. Для этого оборудованы душевые, столовые, медпункты. Все в соответствии с лучшими мировыми практиками в области охраны труда. Наталья Ковальчук, Григорий Зимин, Вести, Красноярск.